Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Сегодня, 14 мая, стало известно о смерти известной советской актрисы Аллы Мещеряковой. На ее счету множество ролей в кино и театре. Печальную новость о смерти Аллы Мещеряковой сообщил Союз кинематографистов Российской Федерации. Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая. Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности, отмечается в некрологе, опубликованном на сайте Союза. Алла Мещерякова родилась 22 февраля 1943 года в Москве. В 1965 окончила в ГИК, однако сниматься начала годом ранее. Дебютировала в фильме режиссера Марка Орлова «Страницы первой любви». В творческой биографии актрисы 80 ролей, в том числе в картинах «Сердце друга», «Вальс», «А зори здесь тихие», «Ксения», «Любимая жена Федора», «На полустанке» и других. Последняя ее киноработа – роль Антонины Ивановны в сериале «Оптимисты». Также артистка отметилась в передаче «Слово» на телеканале «Спас». Программа увидела свет год назад. Поклонники остались под приятным впечатлением. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!